Всем привет, дорогие зрители, подписчики наших каналов. С вами снова Артур, Максим и я, Артём. Всем привет. Да. И мы продолжаем проходить чужие колониальные морпехи. Вот. Лучшая игра на свете. Игра. Ну, уже осталось пару миссий, пару серий. Я думаю, дальше будет только эпичней, только зрелищней. Хватит нести бред, начинаем. Миссия называется «Битва за корабль пришельцев», учитывая, что мы на этом корабле уже были в свое время. Биться там тупо не за что особо. Отбили его, как бы. Ну ладно, не важно. Ты смотри, эпичная сцена. Да. Говорит Рейдер. Ты же говорил. По прибытии на место буду поставлять разведданные всем наземным силам. Будьте начеку и определите все наземные и воздушные цели. Вас понял, Рейдер. Уничтожим цели быстрее, чем вы их указываете. Не, это круто. Отлично. Играй не без света в момент. И оставьте кого-нибудь для меня. Конец связи. И сейчас начнется просто увлекательный экшон. Всем наземным группам подготовиться к развертыванию. Мы начинаем. Размазано. Ну, и сразу, то есть, в мясорубку, то есть. Ничего не поменялось. Просто понимаете, там слишком узкий проезд, они застряли в броневике. Поэтому мы абсолютно не пользуемся этими установками, которые установлены. Установки. Ну, понял. Ну что тебя понесло? Я не могу просто с большой дистанции. Ну и какого хера тебе надо, маленькая девочка? Покемон хочу. Замет она. О, это... Говорит, хочу марионеточную машинку. Это что за херня? Марионеточная машинка. Отлично. Не, как бы... Я понял. Отлично. О, Rattlestick car. Так, ну, это же... А, нет, это корабль пришельцев, да. Прядей. Угу. Мы сюда выходили, а теперь мы сюда заходим. Че нас сюда понесло? Хороший вопрос. Как я беру? Отвечает Максим Поташов. Потому что, да. Ой, Лен, смотри. Ой, тут прикольно. Как-то темно. И ничего как? Не видно. Полицейский беспредел. Да. Дышать тяжело. О, смотри, живой был. Угу. Нет, он прав. Они уже умерли. Ну да. У него маска такая, этот, отпечаток остался. Какой? Ну, и... вон на маске. Да, она тупо, тупо на нем сидит эта фигня. Она сидит? Да. А, ну да, блин. Ну, фиг вау. С нами. Ну, Тёмыч, ты отдал ему его дробовик или все еще зашкерил? Так и ну отдай, ну. Ух ты. Я папе расскажу. А-а-а, Тёма! А-а-а, твою мать! Я должен сжечь Артёма. Чавкающие звуки эти. Я вынужден убить тебя. А, я хочу отсюда выйти. Дайте. Любовь с первого взгляда дали ачивку. Это она. Так, ну что? Мы хотели тут походить, теперь нам дают. Да, вон из него лезет. Какая пакость. Ой, сюда. Не так делать. Конечно. Ой, я себя взорвал. Вылечить меня. Нет. Это было тупо. Вылечить. Просто у Тёмы такая широкая спина, что тупо отскочил, да? Задело, отскочило и меня убило обратно. Даже граната. Ну, именно так это выглядело. Приплыли сидят. Маромойки эти. Вот это прикольно. Adios muchachos, achievement unlocked. Ох, капец. За то, что я двоих убил с одного выстрела. Возможно. Вроде да, тут есть такой, вроде как. Ну это ничего так, в принципе. И сколько им сил сэкономило, по идее. То есть мы уже по этому уровню бегали, только поверху. А теперь этот же уровень можно использовать второй раз. А-а-а. Теперь мы бегаем по низу. Профит! Так можно и третий сделать, по потолку бегать там.
Подожди, еще два уровня впереди. А если еще сделать компанию за чужих, то можно еще продлить часы геймплея. Только теперь так можно будет убить чужим. Что, что рядом с тобой этот самый? Не, вообще ничего, кстати. Не нормально. Слава яйца. Аве яйца. Аве мне. Чего тебе? Я про яйца говорил. Палил. Спалил контору, короче. Тау! Да, блин, ты посмотри. В принципе, вот если бы они... Да, они даже так беззащитные, по сути. Чужие. Ого, башка разлетелась. У кого? У тебя? Да. Но это не помешает мне продолжить движение. Этого мало, чтобы не убить. Здесь на важные органы не задеты. Да-да-да. Так, хорошо. Как туда перебраться? Запитать лифт нужно. Дом-дом-дом. А вот он, смотри. Прикинь, я его не видел до последнего. Какой неприятный тип. Меня не стреляйте, пожалуйста. Нет, люркеры из всех чужих самые прикольные. Да, они затаят себя на такие. Хоть такие. Ведут себя как чужие. Угу. Так, вот, что-то есть ощущение, что мы... Давай запитывай! Лифт мне запитал. Дверь мне запитай. Я смотрю, сейчас это всю кашу сначала. Отодрать надо. Да хорош, там уже можно дернуть, господи. Что за урод? Великолепная анимация. Ты выявил, что там? Странно. Самое противное, что мы тоже, кстати, не видели. Да, то есть стоял 4 часа, да. Не, у меня тут вот дергался. Да, мы тут уже поднимались. Ну да. Все. Только тут не было все в соплях. Теперь все в соплях. Да сколько времени прошло? А если смотреть вверх и крутить стик, ну прикольно. У меня голова кружится начинает. Как тут темно? Кстати, ни у кого аптечки нет? Дайте мне, пожалуйста. А так, как бы. Они что, только валяются. Машина осталась. Контакт с королевой. Иду в атаку. Контакт с королевой? Круто. СОС, зенитки ведут по нам бешеный огонь. Идти на сближение с королевой не имею возможности. Бешеный огонь? Повторяю, идти на такой... На такой огонь. Не смешно. Ой, что это было? С максимально возможной. Конечно. 5000 метров в день. В ночь. Ох, полез. О. Burn, motherfucker! Чё ты огнемет-то выкинул? Не знаю. Ой, подожди, где ещё он сидит? Я подумал, что он закончился. Водичка впереди. Да нет, в принципе, есть в нём ещё что-то. Давай я добычкую. Всё. Ладно, я туда новый возьму. Это же тот! Это же тот из... Оооо! Подожди, где-то чужой. Ой, такие звуки. Это хрень просто, да. Вот они самые отвратительные, звуки от них самые отвратительные. Вообще, казалось бы, да? То есть, вообще этот гидер, он... Есть твари побольше, как бы, но вот эти вообще это самое большее отвращение вызывает. Тебя едят тем временем. Да, плевать. Вообще гигер, он вот это вот все сделал, он... А ты видел самого гигера? Ну, у него там... по нему видно, что он может такой сделать, такой. А кого он такой? Охнись, там еще немец. Чужие. Не австриец. Сделать страшных монстров, сказали они мне. Такие. А он им самые радужные свои работы предложил. Ну да. Ты видел там арту вообще? Да, да, там капец. Офигеть, ну это ненормально. Прикинь, такие картины, так, 5-метровой длины. А этот фильм еще с этой скинский особь называется. Тоже там его дизайн монстров. Там девушка была, она такая инопланетянка такая, как этот, жрала всех. Толком не смотрел. Да. Ну, короче, тоже отвратительно. Он могет. Да, гигер, он знает свое дело. Да. Да, ты, да, да.
злой гений. Ага. Так видно, что каннибал человек, господи. Скрывать уже. Давайте гореть на чистоту. Так, ну мы прошли, по сути, тот же самый уровень, только теперь... О, видал? Че? Вот, короче, помнишь, в Прометее вот этих дронов он шаров запускал? Но. Вот только что один пролетел туда в дырку. Ой, это офигенно. Короче, мы прошли тот же самый уровень, по сути, только теперь облепленный соплями. Да, в другую сторону. В другую сторону. Толково. Фух, это было эпично. Текстуры же заменили. Ой, что-то мне нехорошо так стало. И опять хорошо. А, это, наверное, фильтры изменились. Ну, да, резко так. Невзначай. О, тут у нас война идет. Круто. Куда прятаться? Зачем прятаться? Стреляй в ответ. Они стреляют по нам. И вы стреляете. Ой, там чужие поперли. Сейчас вообще веселуха будет. Что-то ракеты какие-то летают. Так, ты зря сделал, что сюда выперся. В этот Колизей. Несомненно. Так, надо уничтожить зенитки вообще-то. То да, как-то так потемнело резко. Ладно, сейчас я уничтожу. Может быть. На меня сейчас люркер кинется. А, тварь. Ничего не вижу. Зенитки, конечно, как надо. Я взял РПГ. Уничтожи, пожалуйста, зенитки. Хикс! Хикс, только не хикс. А, уничтожьте, пожалуйста, зенитку. Сейчас уничтожу. Еще разок. Ой. Вот оно. Так, две из трех. Меня не уничтожили вместе с зенитки. Ты не страшно, тебя не жалко. Это невозможно. Я расходный материал. Expendable. Вы слышите эти звуки? Мы слышим. Это не профессионально, я думаю. Нормально. У меня вообще там две собаки за стенкой. Большие? И чё хуа-хуа? Почему две? А вторая откуда? А, притащили там сапанида бродячего. А, теперь живет у вас? Угу. Так, ну так-то кнопку надо нажать, да? А у тебя шкоды. Ну я вроде нажал, и почему-то она не сработала. Ой, что это? Трактор. Дверь что-то как-то сбоит маленько. Ой, какая полетела. По-моему, там что-то есть. Я не хочу знать. Влетай какая-то. Продвигаемся. Здорово, штука. Атакуем! Атакуем. О, там на мостике. Бардак вообще кругом. Какие-то кары лежат на боку. Как у нас на улице. Да, вот и у меня еще не было. Там вообще перерыто все, блин. С Нового года до сих пор ничего не сделано. По очереди траншеи копают. Короче, такое ощущение, что метеорит упал не в Челябинске, а у меня. О, это что такое было? Ну, отлучи, умри уже, нет? Смотри, какой, прям как имперский штурмовик. Да. Так, все, я успокоился. Так. Второе орудие, он долго-то. Я долго. А вон, ого, далековато. Ну, а, блин, что так думаю... темно-то становится? Да, Лёв. Представь, что с свитэфиксом. Ну, вообще, наверное, делал, как будто мне день что-нибудь, честно говоря. Команд, в атаку! Ау. Боец такой на войне. Ранний рук такой. Ау. Так, тут надо вызвать лифт, что ли, или нет? А ты что там? Ну да. Идет. Так-то свой. Да кто там лупит так? А, это она лупит. Лифт, я думаю, ты уже не вызовешь, судя по лифту. Кто я подсажу? И как нам туда подняться? То есть тупо закидать ее гранатой, может быть?
А, со спины пришли, со спины там. Да. Блин. Неожиданно так. Макс, поднимай потом. Меня уже не поднимешь. Бросьте меня, бросьте! Давай. Почти. Мы тебя бросим, ты не волнуйся. Блин! Ой, нифига, я сам себя из-под ствола. Давай. Давай, Макс, давай. Отлично, я умер. Макс дал. Да не, у меня там просто вообще полоски этой не было. Супер, мастер, сержант. All the surgeons to the max! Блин, кто придумал эти укрытия? Там еще. Так вот, на хрупкие женские плечи буквально. Ничего. Блин, хрупкие, ну ты посмотришь, как это. Такие же женские. Угу. Она становую сотню делает, да? Что это были за звуки? Объясни, пожалуйста. О, тут рука лечит. А это подожди, эта рука, она... А мы что, с синтетиками воюем, что ли? Там просто вроде как кровище белое было из руки. В принципе, это логично с самого начала, что должны быть синтетики. Ну, вот, чуть побольше дуру не мог найти. Он ванила, посадил. Они в браво. Оскар ему, Оскар. Отлично, он хватает этот гранатомет, скидывает его на плечо и... Твою бать! Первая зашла, самая противная, понимаешь? И тут появился Нил. Ты стоит? Че? Так вот, почесал задом. Ой, почему так отлетел на меня? Забросает же кислотой. Ладно, бежим, ребята. О, война идет. Ничего, ну, уже такая темень. Ключик, фонарик. Фонарик. Нет. Эти они искрят даже, видишь? Я кинул под ствол, под ноги чужому. Людям вот этим. Ни тот, ни другой не умер. Надо стрелять из него и кидать. А, блин. Инструкцию не прочел. Как это? А, мне плохо. Я бегу обратно. Такой выжил, забежал обратно. Ну, стрелять. Спасибо. Блин, как кручес. Там есть. Так, интересно, я второй раз совершу эту ошибку, нет? Ну, то есть я со спины так бегу. Расстреляют. Ой! Вы что там еще воюете? А, меня! Ох, капец, меня убили. Вообще убить? А, нет, я еще шевелюсь. Сейчас там дверь откроется, осторожно, та самая дверь. Займем позиции. Займем позиции и спиной сел к этой двери. Нет, за, я еще обстрелил просто. Some bastard! You bastards! Сейчас они дверь откроют. Сейчас, вот уже сейчас. Открыли? Нет. Надо что-то сделать. Ну сейчас открою. Крип начался. Вот, все, сейчас. Я там сверху. Вон нас скотина. А, это по мне уже отсюда стреляют. О, открыли. О, аккуратно. Да твою мать. Что-то как-то взрывающиеся боди. Нифига. Как ты же покромсал. Блин, опять есть подсвет. Спокойно, сейчас все будет. Я обожаю. Еще есть система. Так, ладно, пусть лезут. Я погнал за базукой. И главное, берегите Нила. Я уже так отдал. Так, ну я сейчас дам, конечно. Он Нил уже идет, осторожно. Он меня чуть не застрелил. Из смартгана. Ты, наверное, подойди вплотную к ней, ну, чтобы не промазать. Нормально. Она взорвешь, нет, здесь. О, прикольно.
Ох ты, вот это спецэффекты были. Это было настолько тупо. По крайней мере, у меня на экране. Просто сломался мост, упал, и 4 бочки полетели. А я даже не досмотрел, нифига. Было неинтересно. Нет, это стоило того, я тебе гарантирую. Конечно. Так, ну... Давай там закроем сеть. Ребята? Заваривай, 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 блядь. А, вот, поломалось там сюда. Такие не спали, типа, а, вот, поломалось. Ничего не было. Не спалились ни разу. Рейдер, мы еще слишком далеко от зенитки. Окей. Продвигаемся к ней. Коман! Коман! Блин! Что там происходит? Что дверь закрылась? Я даже знаю, она не сама закрылась по-любому. Во, кто тут лежит такой? Парень. Мужчина? Мужчина, вам плохо? Шикачи сказала. Они вокруг! А я слишком быстро. Это первый чужой, который просто... Как чужой себя вел. Офигеть. О, прикольно. Викинг, как обычно, вперед убежал. Вальгалу. Ой, меня завалили, смотрите сзади. И ты это тоже, как обычно. Ой, а это... Ага, я же говорил. Это не наш, что ли? Ой. Так, ой. Я умер, меня не спасли. Where are you? Там аптечка рядом, если что, смотри. Спасибо. Я очень броню возьму. Так, куда мы идем? Прямо, зенитку взрывать. Мы никуда не идем, идешь ты. Да, мы уже пришли. Хорошо. Так что давай, вся надежда на тебя. Смотрите сейчас на эту фиаско. Смотри. Хапнул. Да блин, откуда он шарашит, я ничего не вижу. Давай, давай. Какое солнце, давай. Будь мужиком. Я женщина, хрупкая. Мужиком хрупкая женщина. В красной бандане. Чего еще, мать, я не знаю. Почему ты стреляешься? Все. Да ну нахер, я даже бороться не буду. Умерла. Ну-ка нахер. Не хватало еще я было подхватить. Ох, нихера себе клуб, говоришь. Все, сейчас пройдем. Наверное. Это не наш. Блин, прошу, я сняла аптечку, вот это похрен. Так, пожалуй, пора их убивать. Если собираетесь взорвать зенитку, то можно не делать. Я стреляю во врага, он не умирает. То есть даже хитмаркеров нет. Что происходит? Может, это не враг? Нет, враг. Может, это убил? Они умерли своей смертью, не дождавшись. Конечно, темно-то как япона мать. Ой, господи, я только положил. Вот, аккуратно, здесь, кстати, пушка нехорошая стоит. Нужно ее вырубить. Турель. Да я ее вырубил уже. Хорошо, она включить. Зачем? Она же против нас. Ну и против них. Да там уже никого не осталось. Окей. Ты включил ее? Да. Сейчас такая. Да я в дул заглянул, вроде нет. Нормально, да. Абдула заглянул, говорит. Что-то здесь упало, похоже. Подняла. 6-8. Почему хедшоты не работают? Так, я нашел базуку. Я нашел огнемет Фроста. О-о-о. Так, бери. Так, по-моему, стреляемся, что-то.
нет, вот так только не надо, так, как в прошлый раз. Я отойду. Там, ты смотри, главное за этим. Ломай, ломай. Вот так, 6-5, последняя зенитка лаунч. Лево снова твое. Вот умничка. Молодчина, парень, дорога к модулю. Жги, жги его. Держите курс к кораблю. А это огнемет Фроста. Но и это еще не все. Это 6-5, ракеты к пуску готовы. Две пошли. Так, я пошел, давайте смотреть. Прикольно, спецэффекты. Да, красиво. Супер, слушай. А мост поломала. Дура. Ой, дура. Ой, дура. Капец. Ой, дура! Ты же успокоился. Да сдохни ты уже, ну он сидит просто и ничего не делает, обидно. Я всегда так играю. Такие ошметки. Ничего не понимаю. А идем вперед. Не, не вперед, вот, ловит. Меня жечь не надо. Надо, да? Лучше нет. Так лучше или нет? Так лучше. Нет, лучше. А, я застрял. Нет, я не застрял. Ты застрял? Не было такого. У него сказал бэ! Кау сэс! Что? Не-не. Что происходит? Господи. Руис! Руис! Комрад, это ты! Бля, они в полулежа все лежат такие, стреляют. Еще пивко в другой руке. Ай, сукины дети такие, знаешь. Почему это было нарисовано? Это ее коротая анимация. Вы бы видели. Это просто великолепно. Игра 2013 года. Вот. А кто-то еще говорил, да, на консолях нового поколения там. Какой там? Вы видели Killzone 3? Ой, новый Killzone ролик. Просто... Я глянул ролик. Мне заставка понравилась, это даже какой-то бред начался. Нет, просто вот, вот это лучше. Гораздо лучше все. Да? Угу. Так, вообще королева жива. Выжить королева? Бою с королевой. А, сейчас будет бой с королевой. Все, я контейнер. Нет, не плевать. Мы тут пока. Ого, вон она, глянь. Нет, тебе. Иди сюда. Плюха! Не. Выжить в бою с королевой. Королева. Я не выжил. Выживи. Бою. Я умер, все. Нет, уже. Она, в смысле, лезет сюда, что ли? Да вон она ходит. Вы там сидите. Вы ее отвлекаете как раз на себя, а я ее поливаю. А ты че ты ее поливаешь? По носу. Вот ты ролик видел. Ой. Не больно. У нас рикошеты идут. И да. Если что. Потому что... А у меня как раз норм, поэтому... Да. Мальцуй. А меня положили. А зачем она убежала? Тебя положили, ты живой? Нет, вроде жив пока. Королева убегает. О, смотрите на королеву. Стой, гнида! Я взорву вас. Нет. Окей. Какие-то роторы. Не надо, пожалуйста, про роторы. Да-да. Посмотри, сколько их. Больная тема. А-а-а, goddammit. Ой, ой. Иди оттуда. Ты ж ты. Ты что там развалился? Я как раз помогаю. Уруи закушать хотели. На-на.
Да блин. Да нормально все. Сейчас уйдет. Нет, это не нормально. Может ему понравилось выше? Не, я понимаю, я симпатичная девушка. Красной бандане. I'm a pretty girl. Сейчас я думаю, опять будет королева. Вот это была анимация. Ты смотри на тебя, бросается просто все. Похотливый. Баба. Живая, настоящая. Настоящая. Ааа, ты кит. Опа, я нашел смартган мой. Блин, это мой смартган. Давайте еще. Ну и ладно. Убивай тогда его сам. Убивай тогда сам. А почему бы им на самом деле не взять броневик и не убить нет, ее? Нет, у нас нет ключей. А, ну да. Ключи. Это настолько дружелюбно было. Этот, походу, был из этих. Из этих. Я просто куда не обернусь, в другом кишки летят. Потому что это смартган, парень. Ну, понятно. Кишки тут при чем? Они из него летят. Смартган? Такой... А, ну тогда все понятно. Все встает на свои места. Все встает. Вот этого не надо, пожалуйста. Тебя опять бью, да? Баба, стон, баба! Стон услышали. Во, прикольно. Цельный корабль. Отдай, пришу, да? На, кучи. Все умерли. Да, хрен. Я кончился смартган. Баю, бать! Там впереди не наши. У кого тут вообще пистолет, он, так что все нормально. Фарш. О, звуки. Ого. По-моему, они закрывают дверь. Мы не успеваем на Сулако, я так понимаю. Я успею. А. Уехали без нас, короче. Блин, как так? Офигеть. Так, ты где? Что-то у вас там не очень хорошо, сюда я посмотрю. Бегай, бегай. Там осталось чуть-чуть. Все нормально. Все выжили. Нет, это не Сулак. Нет, Сулак. Пока еще не придумал. Я вообще не думал, что он в атмосферу входит. Знаю я! Бишоп, а если взорвать люки? Они заблокируются, чтобы избежать разгерметизации. Что? Вот это план? У нас нет выбора! Нужно попасть что, на корабль, маловато, пока он не погибнет. Маловато, ага. Рид, готово, ракеты это не Сулак. Пошли! Не важно, все равно упадет. Зачем она это сделала вообще? Ну, наказы, что ли? Оставайся же ты никому. А, ну. Окей. Это было тупо, на самом деле. Хоть нас высадило бы. Истеричка. Ну да. Опять ты убил больше меня. Честно, это было очевидно. А Макс у нас пацифист какой-то вечно. Ты бы попробовал кого-нибудь убить, пока тебя домогаются. Ну, да. Так, ну что? Ну что, последняя серия осталась. Домой. Домой. Домой полетим, однако. Окей. Давайте прощаться тогда. Увидимся, когда полетим домой. Всего хорошего. Пока. Всем пока. Однако.